Вечерний праздничный концерт на Центральной площади – одно из самых ожидаемых событий Дня города. На сцене выступили лучшие творческие коллективы. В том числе состоялся дебют новой кавер-группы городского дворца культуры «Де Карма». Отпраздновать 184-й день рождения Армавира собрались не только местные жители, но и гости из соседних муниципалитетов. Зрители дружно поддерживали артистов и пританцовывали в такт музыки. Очень приятно, что на сцене сегодня не только коллективы нашего города, но и гости, приехавшие к нам из города Краснодара. Это кавер-группа «Джуз». Первый взгляд может быть показаться, что мы направлены, что наши концерты направлены только на молодежь. На самом деле это не так. И концерты по микрорайонам, и концерты по каким-то ключевым локациям города, они направлены на различную аудиторию, и мы стараемся своими мероприятиями охватить как можно больше наших жителей. Праздничный концерт стал высоким аккордом, на котором творческие коллективы завершили очередной год жизни города и открыли новый. Кроме этого, музыкальные мероприятия состоялись в разных микрорайонах Армавира. Все жители смогли отметить знаменательное событие в хорошем настроении. Влада Волошина, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.